Доброго времени суток всем девочкам-рукоделочкам, ну и мальчикам тоже. Смотрите, давайте мы сегодня с вами свяжем вот такую вот снежиночку. Посмотрите, какая она ажурная, какая она легенькая и очень-очень красивенькая. Я вязала ниточками пихорка, называется белое кружево. Вот такими ниточками я вязала этот мотив, и крючок я использовала единичку. И вот такая она у меня прекрасивенькая и премиленькая вышла. Давайте пробежимся быстренько по схемке, по основному узору. Смотрите, сначала мы набираем колечко из 8 воздушных петель, замыкаем в кольцо, потом сюда в это кольцо мы провязываем 12 столбиков без накида, потом мы начинаем провязывать второй ряд. Он состоит из 4 воздушных петель, вот эти вот 4 воздушные петли. Затем у нас 10 воздушных петель, 4, 10, 4, 10. И так по кругу мы вяжем второй ряд. Третий ряд мы вяжем вот эти вот, смотрите, столбики. Вот эти. И здесь у нас еще вдобавок идут пышные столбики. Вот эти вот как капельки, это пышные столбики мы будем провязывать. И затем заканчивающий ряд, сложный, не совсем как бы простой. Ну, как, не то чтобы прям сложный-сложный, уровень средней сложности. Если кто-то вот только-только начал, возможно, покажется достаточно сложно. Но, чтобы упростить задачу, вы, кто только начинает, возьмите более толстые ниточки для того, чтобы попробовать связать вначале образец. На толстых нитках гораздо удобнее тренироваться. А тогда, когда вы уже набьете руку, тогда уже можно брать и тоненький крючочек, и тоненькие ниточки, и все у вас будет хорошо, замечательно и красиво. Так что давайте приступим. А для того, чтобы вам было лучше видно, я тоже сегодня возьму более толстые нитки, чем пихорка. Я возьму обычный ирис и крючок номер 2, для того, чтобы вам показать те элементы, которые очень важны в этом провязывании. Вяжем колечко из 8 воздушных петель. Замыкаем глухую петлю и набираем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в круг. Для этого мы вводим крючок в самую первую петелечку и выполняем соединительную петлю. Выполнили. Далее, видите, у нас образовалось вот такое колечко. И сюда мы должны провязать первый ряд. Первый ряд состоит из 12 столбиков без накида. Для перехода в первый ряд мы провяжем одну воздушную петлю подъема. Провязали. И начинаем провязывать в это кольцо 12 столбиков без накида, придерживая кончик, который у нас сформировался. Мы вот таким образом будем тоже ввязывать в это колечко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И выполняем соединительную петлю в первую, вот воздушную петлю, которую мы в самом начале провязывали. Вот сюда мы и соединяемся. Далее второй ряд выполняем одну воздушную петлю подъема и начинаем провязывать второй ряд. Провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в следующую петелечку предыдущего ряда мы делаем соединительный столбик. Таким образом у нас сформировалась вот такая вот арочка маленькая. Видите? Следующая арочка побольше. Она состоит из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаем столбик без накида в следующую петельку предыдущего ряда.
Обратите внимание, это арочка у нас побольше, чем первая. И вот так вот мы будем чередовать. Одна маленькая, другая большая. Одна маленькая, большая, маленькая, большая. И вот так по кругу. Значит, следующая арочка у нас маленькая. Провязываем 4 воздушные петли. 2, 3, 4. И в следующий столбик без накида делаем столбик без накида. Далее 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И провязываем столбик без накида в следующую вот петлю, вот, которая у нас за это идет. Провязали. Обратите внимание, да, чередование. Маленькая, большая, маленькая, большая. Следующая у нас маленькая арочка. 4 петли провязываем. 1, 2, 3, 4. И соединяемся столбиком без накида. 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И столбик без накида в следующую петлю предыдущего ряда. 4 воздушные петли. 2, 3, 4. В следующую петлю предыдущего ряда. Далее 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующую петлю выполняем столбик без накида. Далее 4 петли воздушные. 1, 2, 3, 4. И в следующую петлю предыдущего ряда делаем столбик без накида. 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И столбик без накида. Так, далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и столбик без накида в следующую петлю предыдущего ряда. Посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, и шестая арочка большая, она у нас последняя, провязывается следующим образом. Мы набираем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Выполняем 3 накида, 2, 3, и в следующую петлю провязываем столбики, вот эти вот с тремя накидами, столбик с тремя накидами. Выполнили. Все. Второй ряд у нас закончен. Обратите внимание, 6 больших арочек и 6 маленьких арочек. Провязываем третий ряд. В третьем ряду мы провязываем 4 воздушные петли, 2, 3, 4, и сюда же выполняем пышный столбик из 3 накидов, 1, 2, 3. Все в одну и ту же. Обратите внимание, мы провязываем все в одну и ту же петелечку. Видите? Три накида мы выполнили. Протягиваем через все три. И заканчиваем. Все, одну капельку мы провязали. Смотрите, что мы делаем, чтобы вам было более понятно. Мы сейчас с вами провязываем вот эти вот капельки. Вот эти вот столбики с такими вот, ну, как капельки. Визуально они выглядят как капельки. Я про это и говорю. Вот сейчас мы провязываем вот эти вот столбики. В каждую большую будем провязывать такие столбики. И повнимательнее здесь, смотрите. Чтобы вам понятно было, еще раз покажу. Вот здесь, в третьем ряду, первый столбик мы провязали вот этот. Дальше мы сразу переходим вот на следующую вот эту арку. Для этого между вот этими четырьмя столбиками, группа из четырех столбиков,
мы их связываем одной воздушной петлей. А между самими вот этими столбиками здесь будет провязано по 3 воздушные петли. Поэтому мы сейчас для вот этой одной арочки провязали один столбик и переходим сразу на вторую арочку. А потом, когда дойдем до конца, то вот эти недостающие столбики мы сюда провяжем. Поэтому все закономерно. Смотрите внимательно дальше. Провязываем одну воздушную петлю, делаем 2 накида и в следующую, как я вам уже сказала, арочку большую провязываем столбик с 2 накидами. 1, 2, закончили. И теперь сюда же, к этому столбику, мы провязываем пышный столбик, который состоит у нас из 3 накидов. Все пышные столбики, внимание, девочки, мы будем провязывать одинаково. Единственное, что у нас меняется, высота самих вот этих вот лучиков, самих ножек. Это будет с 2 накидами вот эти крайние, а посередине будет с 3 накидами. Просто нужно сосредоточиться и не забыть, как оно вяжется. Это одинаково для всех групп. 2 по краям, 2 накида по краям и 3 накида по середке. Значит, крайнюю с 2 накидами выполнили. Сейчас мы делаем пышный столбик. Делаем накид, провязываем первый. Второй и третий. И завершаем пышный столбик в этом лучике. Между столбиками, как я вам уже говорила, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее 3 накида, потому что это будет посередине столбик. Провязываем столбик с 3 накидами. Здесь же мы провязываем пышный столбик. 1, 2, 3. Пышный столбик провязывается тоже одинаково. Все. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. Делаем опять 3 накида. И сюда же в эту арочку провязываем третий столбик с 3 накидами. Для этого столбика тоже уготовлено 3 накида пышного столбика. То есть мы провязываем пышный столбик из 3 накидов. Так, провязали. И эта группа у нас заканчивается. Провязываем 3 воздушные петли между столбиками и делаем 2 накида и провязываем в эту арочку последний столбик с 2 накидами. И выполняем здесь же пышный столбик из 3 накидов. 1, 2, 3. Так, обратите внимание, девочки, все, видите, группу, первую группу из 4 столбиков мы выполнили, как я уже говорила, по краям столбик с 2 накидами и пышными столбиками, а в серединке столбики с 3 накидами, они чуть выше, чем вот эти крайние, все, и мы сейчас будем провязывать в эту арку все точно ту же самую группу из 4 столбиков, но между ними мы провязываем одну воздушную петлю. Делаем 2 накида. И в следующую арочку провязываем столбик с 2 накидами. 1, 2. Делаем пышный столбик из 3 накидов. 1, 2, 3. Три воздушные, делаем 3 накида и в арочку провязываем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. И также выполняем пышный столбик с 3 накидов. 1, 2, 3.
Далее 3 воздушные, 3 накида и провязываем столбик с 3 накидами в большую арочку. И сюда же провязываем 3 пышных накида. Ну, пышный столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Я могу вот так вот провязывать. Далее между столбиками провязываем 3 воздушные. 1, 2, 3. Выполняем 2 накида. И в большую арочку провязываем столбик с 2 накидами. К этому столбику тоже пышный провязываем. С 3 накидами. 1, 2, 3. Одна воздушная петля и выполняем 2 накида и уже в следующую точно так же группу из 4 столбиков провязываем. Первый столбик с 2 накидами, к нему провязываем пышный столбик с 3 накидов. 1, 2, 3. И провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее 3 накида. Провязываем второй столбик. Большую арочку. 2, 3. Провязали. И выполняем накид и делаем пышный столбик с 3 накидами. 2, 3. Провязываем 3 воздушные, 3, выполняем 3 накида и в большую арочку также провязываем столбик с 3 накидами. Выполняем пышный столбик с 3 накидами. Первый накид провязали, второй накид провязали, третий накид провязали и соединяем все в одно. Далее 3 воздушные, 2, 3. Делаем 2 накида. И последнее в этой арочке столбик из 2 накидов. И также пышный столбик провязываем с 3 накидами. Первый накид провязали. Второй накид провязали. Третий накид провязали. И замыкаемся. Еще обратите внимание, у нас одна большая арочка провязана. Итого у нас уже 3 большие арки провязаны. Далее, девочки, по аналогии, как вот сейчас мы с вами вязали, вы провязываете и встречаемся уже в конце этого ряда. Вот я почти все провязала. Мы дошли до той арочки, где у нас был провязан вот один столбик. И вот сюда мы довязываем недостающие столбики. 2 накида выполнили и провязываем. Столбик с 2 накидами. Делаем накид и выполняем пышный столбик из 3. Второй накид. И третий накид. И объединяем. Между ними 3 воздушные. 1, 2, 3. Делаем 3 накида. И сюда же, в эту арочку, провязываем столбик с 3 накидами. 2, 3. Сюда же выполняем пышный столбик с 3 накидами. 1. Второй накид провязали. И третий накид провязали. И объединили. Между ними 3 воздушные. Делаем 3 накида. И вот обратите внимание, да, вы видите 1, 2. Вот сейчас, ну, 3 уже есть. И еще один недостающий 4-й столбик с 3 накидами мы провязываем. И пышный столбик с 3 накидами. Первый накид, второй накид. И третий накид. И объединяем. 3 воздушные, 1, 2, 3. И вот к первому столбику, который мы начинали, мы
вот сюда вот привязываемся, вот к основанию, к верхушке вернее. Соединительным столбиком. Так, еще один ряд мы закончили. Далее, девочки, смотрите внимательно. Между группами из 4 столбиков мы будем провязывать с вами арочку из 3 воздушных петель. Начинаем 1, 2, 3. И дальше, где у нас вот эти вот капельки, мы будем сюда провязывать рельефный столбик без накида. Это что значит? Это мы вводим крючок как бы вот под петельку и выполняем столбик без накида. Далее между вот этими капельками, помните, мы провязывали воздушные петли, то сюда мы провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь опять капелька. Также выполняем рельефный столбик без накида. Для этого мы вводим под капельку крючок, обратите внимание, и протягиваем рабочую ниточку и выполняем столбик без накида. Немножко будет как бы сложновато, и вот тем самым поворачивается наша капелька, она становится как на ребро, и за счет этого смотрится она более эффектно, видите? Специально взяла потолще ниточки, чтобы более наглядно было показать. Далее мы провязываем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И между вот этими центральными столбиками мы ничего не провязываем, а рельефным столбиком без накида привязываемся вот к 3-му столбику рельефным, опять же, столбиком без накида. Провязали. Далее провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. И заканчиваем рельефным столбиком без накида. Первую группу столбиков предыдущего ряда мы провязали. То есть смотрите, девочки, чтобы вам наглядно было. Ну, так как это мягкое, здесь ничего не понятно вам покажется. Но я попытаюсь. Смотрите, вот у нас сформировалась группа в предыдущем ряду, группа из 4 столбиков. И таких групп их 6. Ну, как будто бы цветочек 6 лепестками, да? Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. В первом лепестке, в первой группе из 4 столбиков мы провязываем рельефный столбик, 2 столбика без накида, затем рельефный столбик, 10 воздушных петель, опять рельефный столбик, 2 столбика без накида и опять рельефный столбик. Вот так мы будем провязывать в каждом лепесточке, вот в каждой группе вот из 4 столбиков. А между группами мы будем провязывать по 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И начинаем обрабатывать вторую группу из 4 столбиков. Точно так же, как мы сделали только что. Мы делаем рельефный столбик без накида. Далее выполняем 2 столбика без накида. Вот в эту как арочку. Затем опять рельефный столбик без накида. Выполняем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И рельефным столбиком опять привязываемся к следующему столбику с накидами. Далее 2 столбика без накида. И опять рельефный столбик без накида. Смотрим. Смотрите. Так вот мы с вами обработали вторую группу столбиков. Вот.
Потихонечку, помаленечку вывязывается у нас снежиночка с вами. Она пока мягкая, бесформенная. Потом мы будем ей придавать форму, растягивать на булавочке. И для жесткости обработаем раствором. Так. Между группами, как вы помните, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее ныряем под вот эти вот, под пышный столбик и провязываем рельефный столбик без накида. Между вот этими пышными столбиками у нас вот эта цепочка. Сюда провязываем 2 столбика без накида. Далее опять рельефный столбик. Далее выполняем 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. И рельефным столбиком без накида провяжем. Так. Далее выполняем в цепочку из воздушных петель 2 столбика без накида. И снова рельефный столбик. Также без накида. Так, еще вы обработали группу из 4 столбиков. Дальше между группами у нас 3 воздушные. Провязываем. 1, 2, 3. Рельефный столбик. Без накида. Далее между столбиками 2 столбика без накида. Далее опять рельефный столбик без накида. Далее 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполняем рельефный столбик. Далее 2 столбика без накида. Далее рельефный столбик. И еще одна группка у нас обработана. Вот, смотрите. Видите, повторяйте, не торопясь. Если что-то непонятно, девочки, ставьте на паузу и вяжите до тех пор, пока руку не набьете. Может быть, для кого-то покажется это сложная снежинка. Но поверьте, есть гораздо сложнее снежинки, где очень-очень много элементов, где вообще сложно очень уследить за человеком, который провязывает. Но я стараюсь показывать более медленно, чтобы вам всем было понятно, как провязать эту снежинку. Между столбиками 3 воздушные петли провязываем. 1, 2, 3. Далее рельефный столбик без накида. Обратите внимание, как я провязываю его. Далее между столбиками у нас 3 воздушных петли предыдущего ряда. Сюда мы провяжем 2 столбика без накида. Далее 1 рельефный столбик без накида. Затем провяжем 10 воздушных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. И рельефным столбиком привязываемся вот сюда. Далее цепочкой из 3 воздушных в предыдущем ряду мы сюда провяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее провяжем рельефный столбик без накида. Так, еще одну группу обработали. 3 воздушные. 1, 2, 3. Так, что у нас получается? Получается, что мы последнюю группу обрабатываем. Провязываем последнюю группу столбиков. Точно так же. Накид. Я все по привычке накид делаю, потому что обычно рельефные столбики с накидом. А тут без накида. Рельефный столбик провязываем без накида. Так, раздвигаем столбики и провязываем столбики без накида два раза. Два.
Затем опять рельефный столбик. Затем 10 воздушных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И рельефным столбиком соединяемся. Далее между столбиками провязываем 2 столбика без накида. И соединительной петлей. Все, вот мы дошли до конца. Смотрите, вот она, арочка у нас из 3 воздушных. И мы сюда соединительную петлю выполняем. Все, этот ряд у нас тоже с вами закончен. Давайте проверим, чтобы все было как надо. Она немножечко пока натянута, потом мы с вами ее красиво сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все верно. Сейчас мы будем с вами провязывать последний ряд. Он тоже такой самый, ну, много элементов. Сейчас вот у нас будет вот такая вот, такой вот цветочек из 3 лепестков. Вот смотрите, воздушные вот эти вот 5 петель, потом 7, потом 5. Потом будут у нас столбики без накида, потом вот пико будет. Потом вот такие будут лучики. То есть вот сейчас вот будет провязано очень много элементов, и они будут повторяться. Смотрите, видите? Вот они повторяются, и здесь повторяются. То есть эти лучики, они будут повторяться. Смотрите, что мы делаем дальше. В следующем ряду мы выполняем вот в эту петелечку, которая будет нам встречаться, вот эту арочку из 3 воздушных предыдущего ряда, мы будем провязывать 3 лепесточка. Для этого мы набираем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5 и провязываем вот в эту арку столбик без накида. Один лепесточек выполнен. Далее 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и в эту же арочку столбик без накида провязываем. Это второй лепесточек вот в этот вот. Видите, вот мы сейчас с вами провязываем вот этот элемент. Вот этот вот элемент. Вот один лепесточек, второй, третий. Посерединке он немножко побольше. И провязываем третий элемент из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же, в эту арку, столбик без накида. Далее, в предыдущем ряду у нас, видите, были провязаны столбики без накида. Сюда же мы и провязываем такие же точно 2 столбика без накида. 1, 2. Далее арка, в арочку провязываем 4 столбика без накида. Большую арку обрабатываем. 2, 3, 4. Далее по рисунку у нас идет вот это вот пико. Пико маленькое. Провяжем из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И выполняем пико. Вот таким вот образом я беру за 2 ножки петелечки и соединительной петлей замыкаю. Все. Дальше выполняем столбик без накида. И вот маленькое пико у нас выполнено. Далее провяжем 5 воздушных петель. 2, 3, 3, 4, 5. Далее выполним 3 накида. И в эту же арочку выполним столбик с 3 накидами. 3. Закончили. Сейчас мы выполним с вами большое пико. Вот этот лучик, чтобы он у нас был длинный, нам нужно его продлить. И вот наберем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И соединяемся также тоже за 2 ножки петельки соединительным столбиком. Большое пико провязали. Далее провяжем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И столбиком без накида в эту арочку рядышком провяжем столбик без накида. Вот обратите внимание, лучик у нас
начинают вырисовываться. Дальше такой же точно пико, маленькое, из трех воздушных. Один, два, три. И соединительной петелечкой замыкаемся. Берем две ножки предыдущие петли и соединяем соединительным столбиком. Далее провяжем еще три столбика без накида, которые не достают. 1, 2, 3. Дальше у нас по рисунку идут, вот смотрите, в предыдущем ряду было 2 столбика без накида. Также провяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И вот у нас опять арочка маленькая, видите, из трех воздушных. В предыдущем ряду мы с вами вязали. Сюда же выполняем точно такой же вот элемент, как вот только что мы с вами провязывали вот этот вот. Но для этого мы в арочку вступаем и провязываем столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в арочку. Далее 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. В эту же арочку провяжем столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И в эту же арочку еще один столбик без накида. То есть принцип вам, я думаю, понятен. Провязывание вот в эту маленькую арочку вот такого цветочка из трех лепесточков. 5 воздушных, 7 воздушных, 5 воздушных. И соединяемся в эту арку столбиком без накида. Давайте проверим, что у нас получилось. Вот, видите? Вот он, один лучик у нас готов. Вот такой. Только здесь ниточки-то тоненькие. Было бы очень плохо мне вам показывать. И сложно бы вам увидеть, как это все провязывается. Поэтому я взяла специально потолще ниточки. Видите? Вот эти вот лепесточки. Потом 2 столбика без накида. Далее 4 столбика без накида. Пико из 3 воздушных петель. Потом 5 воздушных петель. Столбик с 3 накидами. Потом большой пико из 7 воздушных. Потом 5 воздушных. Потом соединительный столбик. Пико из 3 петель. И вот так вот дальше столбики без накида. И опять вот эти 3 лепестка. Вот это мы с вами сейчас только что выполнили. И мало того, что вот этот вот элемент, он выполняется одинаково, абсолютно в каждую арку с 10 воздушных петель. А между ними вот эти вот лепесточки. Так что продолжаем. Видим вот 2 столбика без накида. Точно так же мы провяжем сюда столбики без накида. 1, 2. Переходим в большую арку столбиком без накида. 1. Далее провязываем еще 3 столбика без накида. 2, 3, 4. Выполняем пико. 3 воздушные петли. И вот в эти вот ножки выполняем соединительную петелечку. И выполняем столбик без накида в эту же арку. Пико выполнили. Далее выполняем 5 воздушных. 2, 3, 4, 5, далее 3 накида. И сюда же в эту же арочку провяжем столбик с 3 накидами. Выполняем большое пико. Набираем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И соединительной петелечкой соединяемся. Вот так вот две ножки вот так вот мы подхватили и выполняем соединительную петлю. Выполнили. Далее провяжем 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. И обратите внимание, сюда же, в эту арку, выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее 3 воздушных. И делаем пико. Берем две ножки, вот эти подхватываем и соединительной петлей соединяемся.
Так. Далее выполняем 3 столбика без накида в эту же арочку. Так. Дальше у нас идут 2 столбика без накида. 1, 2. Далее идет арочка вот этой из 3 петель. Видите? В нее мы провяжем вот эти вот 3 лепесточка. Вот этот 1, 2, 3. Набираем сюда сначала, войдем в нее, провяжем столбик без накида и набираем 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Первый лепесточек провязали. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. Это у нас центральный лепесточек второй. И 5 воздушных. 3, 4, 5. И сюда же, в эту же арочку, столбик без накида. Все. Смотрите. Опять же мы провязали эти 3 лепесточка. Дальше. Дальше у нас по узору идут 2 столбика без накида. Сюда же мы и провяжем еще 2 столбика без накида. Опять у нас большая арочка. И точно так же, по такому же рисунку, мы вывязываем. В арочку вступаем, провяжем столбик без накида и еще 3 столбика без накида. То есть 4 выполняем столбика без накида в арку. Далее выполняем пико из 3 петель. 1, 2, 3 воздушные. Выполняем пико. Выполнили соединительную петлю. Опять столбик без накида провязали. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 3 накида. Сюда же провязываем столбик с 3 накидами. Далее выполняем большой пико. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы можем и больше петель набрать, чтобы больше лучики были. Можем и 10 набрать. Будет еще длиннее лучик, будет еще изящнее смотреться. Так, большой пико провязали. Далее провязываем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И сюда же, в эту арку, делаем столбик без накида. Делаем 3 воздушные петли. Выполняем пико. Подхватываем 2 стеночки. Вот так вот, видите? И соединительной петлей соединяемся. Далее 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее 2 столбика без накида. В такие же 2 столбика предыдущего ряда. Далее у нас опять идет между группами, видите, предыдущего ряда идет арочка из 3 воздушных. Мы в нее провязываем столбик без накида и выполняем точно такие же вот эти лепесточки. Набираем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Далее 7 воздушных. 3, 4, 5, 6, 7. Выполняем столбик без накида. Далее 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Провязали лепесточки. Далее у нас идут по рисунку 2 столбика, видите, предыдущего ряда. И провязываем также точно 2 столбика без накида. Так. Далее опять большая арка. Сюда же мы вступаем, провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Выполняем пико из 3 воздушных. 3 воздушные. И подхватываем и соединительной петелечкой соединяемся. Далее провяжем столбик без накида. Выполняем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Далее 3 накида и выполняем столбик с 3 накидами. 2, 3. И сейчас провяжем большой пико из 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. И выполняем соединительную петлю. Далее 5 воздушных. 2, 3, 4, 5.
И сюда же в эту арочку столбик без накида. Далее провяжем пикой из 3 петель. Выполняем соединительную петлю. Сформировали пико. Далее 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее 2 столбика без накида предыдущего ряда. Также провяжем 2 столбика сейчас. Далее маленькая арочка. Вступаем сюда тоже. Провяжем столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в эту арочку. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Центральный лепесточек провязали. И столбик без накида прикрепились. Еще раз 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. И также столбик без накида в эту маленькую арочку. Далее опять 2 столбика в предыдущем ряду. И сюда же мы провяжем 2 столбика и теперь. 1, 2. В большую арочку провяжем тоже столбик без накида. И так 4 столбика должно быть. 1, 2, 3, 4. Выполним 3 воздушные. И провяжем пико соединительной петлей. Соединяемся. Далее столбик без накида. 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. Делаем 3 накида. Все повторяется. Видите, девочки? Все повторяется. Все одинаково. Далее выполняется 7 воздушных. 2, 3, 4, 5. 6, 7. И находим вот этот вот краешек. И сюда за две ножки мы соединяемся соединительной петелечкой. И соскакивает. Так, соединились. Далее 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. И в эту арочку выполняем столбик без накида. Далее выполняем пико из 3 воздушных. 3 и соединительный. Видите, да? Соединительной петлей замыкаемся. Далее выполняем 4 столбика без накида. 3, 4. Далее у нас идут 2 столбика без накида в предыдущем ряду. Сюда же мы провяжем точно так же 2 столбика без накида. 1, 2. Снова маленькая арочка. И снова мы сюда провяжем столбик без накида и выполним вот эти лепесточки. Набираем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И выполняем столбик без накида. Далее 7 воздушных. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Точно так же столбик без накида. Далее 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. В эту же арочку провяжем столбик без накида. Так. Снова между вот этими пышными столбиками столбики без накида. Два раза провяжем столбики без накида и вступаем в большую арку. Столбики 4 столбика без накида сюда провяжем. 2, 3, 4. 3 воздушные и выполняем пико. И соединительный соединяемся. Сюда же провяжем столбик без накида. Далее 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. Далее 3 накида и провяжем столбик с 3 накидами. 2, 3.
Далее 7 воздушных. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И соединительной петлей большое пико оформили. Дальше выполняем 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. И столбик без накида провяжем сюда. Далее оформляем пико. 3 воздушные петли для этого провязали. И соединительной петелечкой соединяемся. Дальше 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Ага, все, дошли до конца. Вот осталось нам провязать еще 2 столбика без накида. Так. И делаем соединительную петелечку в самом конце. И еще раз провяжем. И все, можно обрезать ниточку. Так, ниточку мы обрезаем. Она нам больше не нужна. Но чтобы вам понятно было, наглядно я вам сейчас покажу. После того, как мы обрежем ниточку, мы должны расправить все наши вот эти вот лучики. Проверить, все ли правильно мы связали. Хвостик уберем, спрячем. А потом, вот смотрите, потом, после того, как все спрятали, давайте центральную я вот эту вот прихвачу. Лучики вытягиваем с помощью иголочек и с помощью пенопласта. Я взяла кусок пенопласта, и я на ней вот таким образом вытягиваю снежинки. Это удобно зафиксировать каждый лучик. Смотри, чтобы они были прямые, не куда-то в кривь смотрели сами лучики, а как-то вот стараться попрямее, чтобы они смотрели. Угу. Так. А ну-ка. Ну вот. Вот, девочки, смотрите, видите, что получается. Вот так вот мы с вами снежиночку связали. Кстати сказать, вот когда мы зафиксировали, то берем пульверизатор, или если нет пульверизатора, то можно взять просто баночку, добавить немножечко клея ПВА, разбавить водичкой и с помощью кисточки нанести. И за ночь оно высохнет. Как я это делала в предыдущем ролике, там, в принципе, вы можете посмотреть, как я делала предыдущую снежинку. И точно так же по такому же принципу сделайте и вы. И все, она за ночь высохнет и становится такая жесткая и держащая форму. Очень такая симпатичная, красивое оформление получается у этого изделия. Вот обратите внимание, да, для наглядности. Вот это вот маленькое из пихорки, белое кружево, тоненькое, да, смотрите, какая она малышка. А вот из ириса, крючочком номер 2 у нас получилась она побольше. А единичка я вязала и тоненькими ниточками, видите, какие они получаются разные по размеру, да? Для наглядности я специально взяла побольше размера. Если, кстати, их положить друг на дружку, смотрите, как красиво получается, между прочим. Очень даже симпатично. Ну что, марафон наш с вами продолжается, рождественский. Я очень рада показать была вам еще одну снежиночку, на мой взгляд, очень симпатичную. Нашла схемку в интернете и делюсь с вами, как провязать точно такую же. Кто автор, не помню, если кто-то знает, кто автор этой снежинки, буду рада, если напишите в комментариях. Следующую будем провязывать, ну, например, вот такую. Давайте провяжем в следующем видео. Так что присоединяйтесь к нам, к нашему марафону, к рождественскому марафону. Будем провязывать, украшать вместе. Если понравилось мое видео, я буду очень рада. Давайте, девочки, всем удачи, всем пока!